как бы относились к народовластию, а именно, например, к Донецкой Народной Республике в данный момент. Позже перешли непосредственно к простым обычным гражданам, то есть расстреливая. То есть на данный момент мы знаем, что уже больше 100 человек – это просто пострадавших, убитых. Больше, чем 100 погиб. Да, больше 100 людей просто застрелены. Некоторых расстреливали с этих БМП, то есть с пушек, например. Кого расстреливали с калашей, ну, с автоматов Калашника, с ПВМов, пистолетов. То есть, грубо говоря, людей зачищали. Вы, если войдете в интернет, особенно, допустим, ВКонтакте, Одноклассники, вы спокойно увидите, например, видео, где людей просто тупо расстреливают на улице. Их выносят, проще говоря, вытаскивают те, которые... Здесь было не то, что боевые действия. Как можно вести боевые действия против мирных граждан?